В конце XIX века на Дальнем Востоке, между Российской империей и набиравшей силу Японией, началась борьба за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После стремительного продвижения России к берегам Тихого океана и границам Кореи, в 1904 году между двумя империями вспыхнула война. Боевые действия на суше развернулись в Маньчжурии, древней области северо-восточного Китая. Широкой под эканом нас окружил коконец злой, и трое соток с басурманом у нас кипел кровавый бой. Мы отступали, и он за нами толпами тысячными шел, и он путь наш устилал телами и кровью. Струил на снежный дол. Мы залегли с вестей. Сергей Алексеевич, после обстрела главный врач и смотритель, нет их нигде, исчезли. Что делать? Сергей Алексеевич, вы старший ординатор. Теперь вам. Да, в этой ситуации принимаю командование госпиталя на себя. После боя, как и он, с лежачим воевал. А мы, собрав тела героев могилу, вырыли в ней для мира вечного. Что это? Хуже. Здесь же за нас японцы были. Уберите, похороните по-человечески. Будь сделанным. Да, и флаги надо повесить. Российские Красного Креста. Ваше благородие, так ведь потеряли мы Красного Креста. Что значит потеряли? Когда? Позавчера. Ну, при обстреле потеряли. Найдите где хотите. Если Красного Креста не будет, японцы от нас мокрого места не оставят. Слушаюсь. Давай, 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 давай! Да, и часового поставьте в китайской молельни. Ваше благородие, явите милость. Инъекцию сделайте ему. Знаете, сколько в нашем корпусе потерь. В Куликовском полку легло 1500. Как там поручик? Отвоевался поручик. Черт возьми. Командиру. Унесите его. Я же сказал, что он умер. А вы все равно к нам. Да, извини, друг. Красавец, красавец. Эй, вы, куда носилки потащили? Сюда с носилками! Братцы, братцы, подсадите-ка! А полпенсии захотелось? Никак нет! Смотри на меня!
Еще раз такое? Такого выполка! Что у вас? Оторвана нижняя треть бедра. Кость раздроблена полностью. Кровопотеря большая, может. Шейте, бинтуйте и физраствор. Пока он не чувствует ничего. Тяжелых много? Уже 27. Ранение в живот и в голову. Половина точно не выживут. Обмывать раны не получается, Сергей Алексеевич. Кипяченой воды не хватает. Спиртом, спиртом обрабатывайте. Хорошо. Понятно, разрыв барабана и телефон. Пустите меня на белый. Это что вы делаете? Так ведь это... Мертвяков закопать велели. Здесь, что ли? Так точно. Вы что, оплаумели? За деревню уносите, там закапывайте. Здравствуйте. Офицеры генерального штаба, ого, очень тяжело. Представляете, глупо-то как получилось. Они на биваке за полторы версты от позиции в винт играли. А тут снаряд из засопки прилетел и прямо к ним в землянку. Одного на куски, эти двое раненые, а четвертый тут вообще невредим. Ясно, ладно. Счастливо. Да, вот что. Полковника посмотрите в первую очередь. Большая птица. Мы с этим прикупом наверняка бы сыграли. Как пить дать. Точно, на бубнах я был. У меня вместе с прикупом образовалось 8 бубен. Пинсковский разнес бубны. Не может быть. Ведь ясная игра была на ренонсах, на бубнах. Подвел бы он меня, на черт. Главное, нельзя было на треф это перейти. Играй, малый шлем. Как-то он теперь. Как глупо все вышло. Глупо. Забирайте, сестра. Можно забирать. Санитары, шейте. Кость цела. Осколок оставить на память? Не стоит, доктор, я не сентиментален. Воля ваша. Где Каренин? Да здесь, я здесь. Сергей Есенич, голубчик, вы молодцом. Приняли командование, спасли госпиталь. Обязательно напишу представление на вас к награде. Иван Семенович, давайте не здесь, пойдемте. Да. Граф, это вы? А, Иван Семенович, вы здесь. Я не знал. Вы же за границей жили. Ну да, а теперь здесь. И вы теперь здесь. Как глупо вышло, слышали? Нет. Балканскую прошел. Здесь в трех боях было ничего. И вот за картами попался. Вот оно как встретиться пришлось. Держитесь. Спасибо вам, голубчик. Вы обратите особенное внимание на графа. Ему бы отдельную палату. Очень важный человек, граф Вронский. Как вы сказали? Граф Вронский, Алексей Кириллович. Мне пора. Осмотрителя вашего убило, так что вы за старшего.
Как ваша нога? Не слишком болит? Терпимо. Рана не опасна. Если не будет осложнений, быстро пойдете на поправку. Я так и думал, что вы придете. Вы же сын Анны. Да, я ее сын. Меня зовут Сергей Алексеевич Каренин. Вы, должно быть, не очень-то меня любите. Честно говоря, вы мне совсем не нравитесь. Все время хотел вас застрелить. Даже револьвер купил. Что вам от меня нужно? Я хотел бы знать о моей матери. Зачем она это сделала? Доктор! Доктор, можно вас? Да-да, что вы хотите? Видите ли, доктор, прошлой весной в Крыму я лечился кактусом. Очень помогает. Конечно. Я знаю об этом. Знаю. Кактус лечит все болезни. Давайте режем. Всем непременно. Обязательно пройти курс лечения. Обязательно, конечно. Кактус. Очень полезное растение. Да. Кактус. Как дела у капитана? Очень тяжело, череп пробит. Нагноение началось. Сами видите, бредит. Зачем вам это? Когда-то я ненавидел ее. Даже презирал. Всю жизнь я знал о матери только то, что говорили о ней люди, которые в сущности ее ненавидели. Я часто думаю о ней. Никак не могу понять, зачем она это сделала. Такая страшная смерть. Не могу понять. В чем вы знаете, что я скажу вам правду? Люди помнят то, что им удобно помнить. Да и не бывает в любви одной правды. Хорошо. Расскажите мне вашу правду. 30 лет прошло. Я помню этот день. Помню этот сарай на станции, куда я вошел. Кругом мешки, ящики, какой-то хлам. А на столе она. Прикрытая старыми тряпками. Мне сказал кучер, которого я отправил на станцию с запиской к ней. Он вернулся, на нем лица не было. И я, кажется, спросил его, ты ее видел, записку передал? А он ничего не ответил, молчал. Я его снова спрашиваю, ты что, что молчишь? Он тогда ответил, там женщина под поезд бросилась. Не сказал, что это она. Просто сказал женщина. Но я почему-то сразу понял, что это была она. Она. Она была растерзана. Голова, лицо ее уцелели. Выражение в глазах было страшным. Страшным. Это была ни боль, ни мука, нет. У них было что-то торжествующее.
И я вспомнил ее такой, какой она была тогда, когда я первый раз ее встретил. Тоже на станции. Таинственный, прелестный, любящий, ищущий и дающий счастье. А, ваше сиятельство! Ты за кем? Я за матушкой. Она нынче должна быть из Петербурга. Я тебя вчера ждал до 2 часов. Ты куда уехал от Щербацки? Домой. Признаться, так было приятно после Щербацки, что никуда не хотелось. Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам. Юношей влюбленных узнаю по их глазам. А ты кого встречаешь? Я? Красивую женщину. Вот как? Стыдно тому, кто это дурно истолкует. Сестру Анну. А, это Каренина. А ты ее знаешь? Кажется, знаю. Или нет. Право не помню. Ну, моего зятя Алексея Александровича ты верно знаешь? Ну, то есть знаю. По репутации, по виду. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то. Но ты знаешь, это не в моей компетенции. Замечательный человек. Немного консерватор, но славный человек, славный. Ну и тем лучше для него. Что, скоро ли? Не извольте беспокоиться. С минуты на минуту будет. Каренина, Анна Аркадьевна. Извините меня, я не узнал вас. Да и наше знакомство было так коротко, что вы, верно, не помните меня. Ну, нет, я бы узнала вас. Потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас. У Анны Аркадьевны есть сынок, 8 лет, кажется. Они никогда не разлучались, и теперь она мучается, что оставила его. Да. Мы все время с графиней говорили, она о своем, я о своем сыне. Очень благодарю вас. Я и не заметила, как провела вчерашний день. Ну вот, графиня, вы встретили сына. И все истории мои стащились. Дальше нечего бы было рассказывать. Ну нет, с вами бы я объехала вокруг света и не соскучилась. Вы одна из тех милых, редких женщин, с которыми можно и поговорить, и помолчать. А насчет сына не волнуйтесь. Нельзя же никогда не разлучаться. Ну, дружок мой, дайте-ка я поцелую ваше хорошенькое личико. Признаюсь, я полюбила вас. А брата моего все-таки нет. Представляешь, мой друг, ее должен был встречать брат и... А ваш брат здесь. Ну, так зови Алексеева скорей. Облонский! Здесь! Анна! Стива! Ангел мой! Как я рада! Ну, как добралась? Я замечательно проехала. У меня всю дорогу беседа была с графиней Конской. Она великолепна. Я рада. Итак, мы едем? Сейчас дождемся, Лаврентий.
Эта Каренина очень мила. Ее муж со мной посадил, и я была очень рада. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а у тебя, говорят, все еще тянется идеальная любовь. Это правда? Так лучше, мой милый, тем лучше. Я не понимаю, о чем вы, маман. Ну что, маман, вы совершенно здоровы? Да, все хорошо, прекрасно. Александр был очень мил, Мария очень похорошела. Она очень интересна. Все же я не зря сделала, что съездила к ним. Кристины были великолепны. Жаль, что ты не смог выбраться. Все-таки племянник. Ребенок очень хороший. И маман начала рассказывать о Кристинах внука, о своей поездке в Петербург, об особенной милости государя к моему старшему брату и что-то еще такое же в этом духе. Точно не помню. Да я, собственно, и не слушал. Я думал об Анне. Тогда я еще не понял, что со мной происходит. Но сейчас могу сказать определенно. В тот момент я ее и полюбил. Что твой брат скоро будет командовать одним из гвардейских полков. Я несказанно рада за него. Вот и Лаврентий. Мои почтения, графиня. Все готово, извольте. Вы еще здесь? А где же ваш брат? Пошел посмотреть. Там что-то стряслось, кажется. Человека задавило. А вот и он. Господи, какой ужас. Анна, если бы ты только видела, это ужасно. Что? Графиня? Что случилось? Сторож, то ли пьяный был, то ли поезд не услыхал, его раздавило вон он там. Господи. Если бы вы только видели, графиня, это ужасно. Говорят, он один кормил огромную семью. Вот ужас. Нельзя ли что-то сделать для его жены? Я сейчас приду, мама. Принесите дерюги какой-нибудь побольше. Оберните и уносите отсюда поскорее. Пока прикройте его чем-нибудь, что ли. Прошу вас, передайте его жене. Вот смерть-то ужасная. Я думаю, напротив, смерть самая легкая, мгновенная. Не соглашусь, у нее дивный голос, дивный. Я уверен, что в скором времени она покорит столичную сцену. Мы можем идти. Алексей, надеюсь видеть тебя у нас. Всего доброго. Вы передали мне 200 рублей. Потрудитесь обозначить, кого вы их назначили? Вдове. Не понимаю, о чем спрашивать. Ты дал? Очень мило. Очень мило. Не правда ли, слава богу? Ты давно знаешь Вронского? Да, он один из лучших образцов золотой молодежи петербургской. Страшно богат, большие связи. Флигель-адъютант, и между тем, хороший малый. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Ките. Да. Ну, теперь давай говорить о тебе. Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо и... Вот, приехала. Да, вся надежда только на тебя. Ну, расскажи мне все. Она хочет уехать нынче с детьми. Не волнуйся.
Даст Бог, все образуется. Она не простит. Не сможет простить. Ужаснее всего то, что виноват во всем я. Я не виноват. Ну, то есть, положим, ты жена, ты любишь жену, ты увлекся другой женщиной. Ты говорил с Долли? Я пытался ее убедить. И что она? Я ей гадок. Отвратителен. Но ради бога, пусть подумает о детях. Дети не виноваты. Виноват я, так накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов. Я виноват. Нет слов сказать, как я виноват, но пусть простит. Анна, неужели 9 лет жизни не могут искупить минуты? Минуты увлечения, ведь я понимаю всю тяжесть своей ситуации. Я жалею. Жалею ее, детей, себя. Успокойся. А ты думаешь, он понимает весь ужас моего положения? Нет, нисколько. Он счастлив, он доволен. Нет, он жалок. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы же его обе знаем, он добр, но он горд и теперь так унижен. Но что более меня тронуло, Доля, что его мучают две вещи. То, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя... Что? Да, да, Доля, любя тебя, сделал тебе больно, убил тебя. Но ведь она красива, она молода. И ты понимаешь, Анна, что вся моя молодость, вся моя красота взята им и его детьми. И теперь ему, разумеется, приятнее это свежее, это пошлое существо. Нет, все кончено. Зачем я стараюсь? Зачем я тружусь? Зачем эти дети? И самое ужасное то, что вдруг вместо нежности, вместо любви я ничего не чувствую к нему, кроме злобы. Да, да, злобы. Я бы убила его. И... Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Не мучь себя. Ты так оскорблена, ты так возбуждена, что ты многое видишь не так, Долли. Анна, милая, подумай, подскажи. Я все передумала, все, ничего не вижу. Душенька, Долли, я понимаю тебя вполне. Только одного я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости. И для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его. А если это увлечение повторится? Оно не может. Оно не повторится, я уверена. Я знаю. А ты бы смогла простить? Не знаю. Не могу сидеть. Нет, могу. Могу, могу. Могу. Да, я простила бы. Я не была бы той же, да, но простила бы. И так простила бы, как будто этого не было. Совсем не было. Да. Конечно. Иначе это не было бы прощением. Если простить, то... Совсем. Совсем. Как хорошо, что ты приехала. Мне лучше. Мне лучше. Да как вы смели мне это передать? Я подам рапорт. Вы не смеете? Имейте в виду, я этого так не оставлю. Я буду жаловаться. Потом я поехал к Облонским. Это было вечером. Зачем вы поехали?
Зачем? Вы знаете, я точно не помню. Наверное, потому что хотел ее увидеть. И странное дело. Я увидел ее. Доложи, граф Вронский. Алексей? Вронский, что ж ты стоишь? Проходи, тебе всегда рады. Благодарю. Я на минуту. Я, собственно... Ну, что ж ты стоишь в дверях? Ну, правда, неловко, брат. Извини, у меня дела. Прощай. Вронский заезжал. Не захотел войти. Какой-то он странный. Когда же теперь бал? На будущей неделе. И славный бал. Один из тех, на которых всегда весело. А есть такие, где всегда весело? Это ты не знаешь. Бал-бал рознь. У Бобричевых, положим, всегда весело. У Никитиных тоже. А у Мешковых, вот у них скучно. Ты не замечала? О, нет, душа моя. Для меня уж нет таких баллов, где весело. Есть такие, где менее скучно и трудно. Как может быть на бале скучно? А чего же мне не может быть скучно на бале? От того, что ты всегда лучше всех. Во-первых, никогда. А во-вторых, если бы это и было, то зачем мне это? Так ты поедешь на этот бал? Думаю, что нельзя будет не ехать. Я еще не решила. А я была бы очень рада, если бы ты поехала. Дети тебя совершенно измучили. Ну, нельзя же все время сидеть здесь с нами в заперти. Иногда следует развлечься. Ну, хорошо. По крайней мере, если придется ехать, буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие. А я уже представляю тебя на бале. В лиловом. А чего же непременно в лиловом? Здорово. Ну, налетайте. Так, держите пирожки. Бери. Так, кто самый голодный? Ну, так, иди ко мне. Иди. Держи. Спасибо. А давайте я вам своего Сережу покажу. Смотрите. Вот. Смотрите, как вырос. Да? Да. Да. Княжна,
сожалею, все это время не имел удовольствия вас видеть. Княжна, я опоздал. Ведь мне была обещана кадриль. Сейчас же мазурка. Да-да, конечно. Простите. Mesdames et messieurs, la valse. Анна Аркадьевна, не откажете мне в удовольствии танцевать с вами? А разве вы не танцуете с княжной Щербацкой? Нет. Ну, если нынче нельзя не танцевать, пойдемте. Да, Анна, нынче все были у твоих ног. Что? О чем ты? Нет, право. Я только не пойму, кто. Все или один? Один? Почему один? Я смотрел и думал. Нет, не любование толпы опьяняет ее, а восхищение одного. И этот один, неужели это он? Стива, перестань. Что же, неужели ты думаешь, что
между мной и этим офицером существуют или даже могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым? Да, конечно. Все очень хорошо. Кто ты? Зовут тебя как? Имя? Не понимаешь?